श्रुति श्रीति पुराणादि पंचरात्रि विधि विना वैकांतिक हरेर भक्ति उत्पातोव कल्पते। श्रुति श्रुति पुराणादि पंचरात्रि विधि विना वैकांतिक हरेर भक्ति उत्पातोव कल्पते। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर Гауди Гоштипати, Шишил Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такура Прабхупад, он сказал какому-то преданному, который отклонился от пути, он сказал, что ты оставил путь Парипрата и Парипрашны, ты оставил путь Шрута Банхи, и ты следуешь своему беспокойному уму, как господину. И вот ты следуешь своему беспокойному уму и Майя Деви. Ты следуешь пути Майи, а не пути преданности. И вот ты отклоняешься от духовного пути, от Шраутапанхи, и я ничего не могу сделать для тебя. В Гите мы находим одну шлоку, произнесенную Шри Кришной, как обрести божественное знание. Божественное знание — это не шутки. И как можно обрести божественное знание, в Гите говорится. Бхагаван Шри Кришна говорит Арджуне. Вот в этой шлоке. Парипрашна и сева — это путь, через который мы можем приблизиться к духовному учителю Таттва-гьяну, к Таттва-гьяна Пурушу, который может даровать нам знания через служение. Если мы будем служить такому Таттва-ачарье, который находится в нашей наставнической преемственности, то тогда, несомненно, вы обретете настоящую Таттва-гьяну. Вчера я говорил в одной шлоке из Падма-пураны о том, что из четырех, без этих четырех авторитетных вайшнавских сампрадай, любую мантру, которую вы получаете, которая вне этих сампрадай, эта мантра, она и вот такие мантры, они не авторитетные. Кто-то может спросить, почему нет. И суть в том, как, например, если Ганга снисходит из Ганготри, идет по определенному пути, и она доходит до нас в Навадвипе, если мы хотим набрать воды Ганги, если мы пойдем к реке Аджай, например, и оттуда наберем воды, то это будет уже вода не Ганги, а другой реки. Это Ганга, которая исходит из Гангутри и течет дальше. Если мы хотим обрести воду Ганги, мы должны непосредственно к Ганге подойти. И тогда мы уже сможем утверждать, что мы набрали воду Ганги. И также через нашу наставническую преемственность, через эти четыре сампрадая, различные ачарьи, есть, я уже говорил, Брахма, Мадхва Гауди Сампрадая, вот Шри Сампрадая, который от Лакшми Деви берет сначала, Нимбарха Сампрадая, не от Чатушванов, Вишну с вами Сампрадая от Рудры и наша Сампрадая от Брамы. И вот они, эти четыре главных ачарьи, через которых можно обрести силу той мантры.
И естественно, если мы примем авторитетного гуру, если у нас настоящего достойного гуру, если наша парампрана прервалась, то это уже не то. И вот Баладев Видьябхушан в Сиддханта Ратне и какой-то другой книге Прамиратнавали, там можно найти ум настроение Баладева Видьябхушана Таттвачари. Он хотел сказать, что если есть какое-то парампара, если она прерывается, то тогда мы ту силу, которую мы надеемся получить, ее не получим. И вот если парампара, она прервалась, то это плохо. И любая мантра, мы обретаем эти мантры от какого-либо Парамахамса Ачарьи или любого другого авторитетного Ачарьи. Будь уверены, что он Сидда Махатма, что он достиг совершенства. То есть, по-хорошему, тот, кто принял мантру от своего Гурудева, достиг совершенства в ее повторении. И когда эта мантра полна биджи, силы, и только тогда он может давать ее другим. И вот если мы получим такую мантру, полную силы, и если мы будем практиковать должным образом эту мантру, следуя наставлениям своего гуру полностью, и тогда мы тоже сможем развить такую же силу. И пример, который приводится в читании Читамрите, таков Шрила Мадхавендра Пурипад, он буквально колонна Гауди Сампрадая, главная колонна. И поскольку от Мадхавендры Пурипада эта према она исходит, и как это произошло, я уже ответил, что в сердце Мадхавендры Пурипада по желанию Кришны Гауранга Махапрабху явился внутри его сердца уже. И поэтому для Мадхавендры Пурипада было возможно явить такую уникальную прему, которая труднодостижима. Шри Чайтанья Махапрабху спрашивал, без связи с Мадхавендрой Пурипадой, как можно... А вот и когда какой-то Самалия Браман в Матхуре, Адикешав Махапрабху, он пошел туда и увидел прему этого Брамана, и он спросил, как это возможно. У тебя есть какая-то связь с Мадхавендрой Пури? Да. У Мадхавендры Пурипад был здесь, и он принял просад в моем доме. Благословил меня, и от него я получил это чувство. Это уникальное чувство. И действительно, я тоже могу принять просад в твоем доме. Нет, как ты можешь? Я Самалия, браман низкой касты, и люди в обществе будут критиковать меня, если ты придешь в мой дом. Это не прилично в нашем обществе. Какие правила ты имеешь в виду? Шри Чайтанья Махапрабху говорит, какие правила. Если сам Мадхавендра Пури, под великий Мадхавендра Пури, он принял просад в твоем доме, то кто я по сравнению с ним, чтобы что-то говорить и думать о чем-то? Нет, я приму просад в твоем доме. И таким образом Шри Чайтанья Махапрабху хотел доказать, что если внешне мы найдем какое-то несоответствие, в Гуру Парампаре, то Махапрабху говорит, что не нужно думать об этом. Поскольку если мы хотим что-то сказать, найти какие-то недостатки в нашей Гуру Парампаре, то это станет причиной нашего падения. И поэтому правило такого делать то, что делал Гурудев. И таким образом мы узнали у Шримана Махапрабху, что авторитетная Гуру Парампара, ей нужно следовать, а если есть какой-то разрыв, то в этом есть проблема.
И вот он, Балдавиди Бушан, говорил, что поток премы должен быть непрерывный. И вот читание Чайтамриты мы находим, что Шрила Пурипад, Ишвара Пурипад, он служил Мадхавендра Пурипаду всем своим сердцем. Так как он хотел. И вот в Чайтанья Чаритамрите поэтому говорится, что Ишвара Пурипад, он получил все сокровище, которое было в сердце Мадхавендра Пурипада. Это возможно было тогда и сейчас. Мы... Почему мы не можем получить сокровище, которое было в сердце Шрилы Прабхупады? Если мы достаточно искренне, то эта татва Гьянана явится по его милости в нашем сердце. Это все возможно. Почему нет? Я могу привести пример Куриша, который развил такое обширное знание. Он Рама Амша. И вот Куриш — это Лакшман Амса. А Рамануджачарья, он часть Рамы какая-то. И вот Пранипат, Парипрашна и Сева — эти три фактора должны быть в нашей жизни, чтобы прогрессировать, и тогда мы обретем татва-гьяну от какого-либо татва-ачарьи. Если мы следуем кому-то, у кого нету татва-гьяны, то это бесполезно. И поэтому я начал с этой шлоки, в которой говорится. Мы должны следовать нашей Гуру-Варге полностью, без остатка. Если мы будем как-то что-то рассчитывать, какие-то изменять под себя какие-то правила приписания, то Шрила Прабхупад говорит, что малейшее отклонение от пути Гуру-Падме, оно скинет нас с пути Баджана. Малейшее отклонение, поскольку малейшее отклонение сейчас, завтра это будет больше, послезавтра еще больше. Или как, например, если две линии, которые не параллельны, а даже на какой-то мельчайший градус отклоняются, то если продлить эти линии, то можно увидеть, что расстояние все растет и растет. Как в случае с Рамачандрой Пури, он был оскорбителем, он даже хотел дать совет Гурудеву, что ты Брахма, зачем ты плачешь? И вот Гурупад Падма разгневался и выгнал его. Его Гурудев, он плакал о том, что он не сможет обрести лотосные стопы Кришны, а этот Рамачандра Пури сказал, что он не плакал, а думал, что он Брахма. И вот Гурудев так выгнал его, сказал, чтобы он никогда не приходил. И сказал, что из-за тебя я не могу обрести это высшее прибежище. И с тех пор Рамачандра Пурипад, он развил это оскорбление, и оно потом дошло до оскорбления самого Махапрабху. И так, смотрите, оскорбления очень опасные. Они могут увеличиваться и вдохновлять вас на какие-то большие оскорбления, которые будут причиной вашего падения. Лучше, если вы совершили какое-то оскорбление, нужно исповедоваться, пытаться как-то искупить его. И тогда Гуру Вайшнава, они благословят вас, и вы можете начать свой паджан заново. Но если вы будете спорить насчет этого, в этом большая проблема. И вот Шрути Смрити Пураны и прочее. И вот без наставлений в Панчаратре, в Пуранах, в авторитетных сатвических Пуранах, Веданте, Шрута и прочие Шрута Панти,
Одно из имен Веда – это Шрути. И вот о значении мы должны узнать от авторитетных ачарий и нашей наставнической преемственности, они где попало. И вот таким образом говорится там, в Расамрита Синдху, и в Гаудия Кантхакаре можно найти. Вот здесь утпад, значит, какие-то беспокойства на пути баджана. Вчера я говорил, Jeno santo pratostire. Anabhatta samam. Jeno santo pratostire. I mean our previous acharya. Наш предыдущий ачарья, те, кто следует пути. Если мы будем следовать этому пути, не отклоняясь, не сомневаясь, не споря, то это очень просто для нас будет. Нам не нужно думать, мы должны просто следовать пути ачарий, и мы достигнем успеха. И вот мы должны найти настоящий путь, которому следует наша гурварга, и мы должны тоже идти по этому пути. Как, например, поезд, если едет по рельсам, то едет куда надо, если с рельсы его... Он сошел, то уже никуда не доедет, куда ему надо. И вот сегодня Тирабхав Титхи, день ухода великого Рамануджа-ачарьи. Все четыре ачарьи, они родились в Южной Индии. И в прославлении Бхагаватам говорится, и вот Бхакти Деви, она говорит о себе, что она родилась в Южной Индии, а в прославлении Бхагаватам, а когда она дошла до Южной Индии, там она совсем развалилась. И вот все великие ачарьи, они родились в Южной Индии. И вот вчера я говорил о Мадхвачарье, о Васудеве. А сегодня день ухода Рамануджа-ачарьи, великого Рамануджа-ачарьи. И вот Махарадж завтра также продолжит сегодняшнюю тему. И вот Рамануджа-ачарья, он в Махабудхапури родился. Это рядом с Мадрасом, это место его явления. Кешава-ачарья, он был его гурудевом. Мать звали Кантимоти, отец Кешава-ачарья. Они происходили из какой-то высокой традиционной семьи брахманов. И вот Рамануджа-ачарья, он родился в их семье, и Кешава-ачарья, и Кантимоти, они молились Бхарат-раджу: «О Господь, у нас нет детей». И после этого они взяли какой-то обет, и родился мальчик. В день его явления более подробно расскажу об этом. Но когда Шайла Пурна, их был этот
старший брат Кантимоти, Лакшман, и вот как он имя Лакшман получил, Шайла Пурна, он был учеником. Ямуначари. Он был великий преданный, и вот Шайла Пурна, он узнал, что моя сестра, она собирается родить прекрасного мальчика, и вот он пришел, чтобы получить его даршан. И вот, когда он увидел этого мальчика, он увидел какие-то особые знаки на его теле, которые он был подобен Рамануджи Лакшману. И вот он назвал, сказал, что Лакшманом его следует назвать. И с тех пор все его Лакшманом называли, и после этого он рос, и с рождения он был очень умен, и у него была великолепная память. И вот он изучал Вьякарон, Веды, Веданту, и решил пойти в одно место рядом с Мадурой, чтобы изучить Веданту от одного великого ачарья в то время. Он считался каким-то великим Веданта ачарьей, но с линии Майявады. Father and mother, Kantimuti mother and father who Kesavacharya, they took decision because when growing up the boy, getting education also exclusive, then when they thought it necessary to arrange marriage. И вот впоследствии, когда он подрос, его решили женить. Но одно очень важное с детства, этот ребенок, он имел огромную любовь и уважение к Гуру и Вайшнавам. Кто научил его, неизвестно, но отец и мать, они видели эти его качества, что он всегда кланялся, выражал как-то почтение не только Бхарадваджа, а также Гуру и Вайшнавам. И вот Канчипурна, великий преданный, он был учеником Ямуначари, и он обычно приходил со своей деревни и шел через тот путь, где стоял дом этого Лакшмандеша, где жил Лакшмандеша. И вот он ходил по этому пути, чтобы поклоняться Бхарадваджу каждый день. И Лакшмандеша стоял на дороге у ворот своего дома, увидел этого вайшнава и осознал, что он какой-то великий вайшнав, и кланялся ему. И однажды, не спрося разрешения у отца и матери, Лакшмандеша пригласил этого преданного Канчипурну, чтобы он принял прасад в его доме. Отец и мать, они удивлены были. Он сказал, что вот вернется с храма Бхарадваджа и примет прасад, и этот мальчик, он сам раздавал прасад этому вайшнаву, и потом он хотел, чтобы его этот вайшнав отдохнул в их доме. И хотел сделать массаж его лотосных стоп Канчипурна. И Канчипурна сказал, что нет, не нужно. Этот Канчипурна сказал, что он происходит из низкой касты, поэтому ты с высокой касты, поэтому ты не должен не прикасаться ко мне.
И вот Лакшмадеша, он с глазами на слезах сказал, что первый раз я слышу от тебя, что Вайшнава шудра. Вайшнава никогда не шудра, а Вайшнава он выше, чем брахманов, а не гуру брахманов. Почему ты говоришь о себе так? He was actually from Chanda. Вот были Трипан Алвар какой-то, он происходил с семьи Чандалов. Трипан Алвар, как-то так его звали. И вот он в то же самое время был великим преданным. И почему ты говоришь так? Мы все знаем. Вот как в случае с Шатакопом, тоже что-то похожее. И они великие преданные, и вот Мунивахан какой-то, они тут тоже. И Верховный Господь был очень разгневан, когда какой-то Брахман Пуджари, он хотел. И вот когда этот Пуджари сказал, чтобы тут преданный, который родился в семье Шудры, он сидел на дороге как-то, он сказал, чтобы он убрался отсюда и не оскорнял это место, то когда этот брахман вернулся назад, то двери храма закрылись, и Господь сказал ему, чтобы он его не пустит, поскольку он совершил оскорбление Вайшнава и сказал для искупления этого оскорбления нужно посадить этого Вайшнава к себе на шею и так неся его 8 раз обойти вокруг того мандира. И вот Вайшнава не превыше всего. Я уже много раз говорил, что Банни Сурьо Брахманибхьо Тайяна Вайшнава Сада. Банди – огонь. Мы не должны пытаться поместить свои руки в огонь. Огонь он сожжет, обожжет. Потом солнце, оно тоже может обжечь брахманы и вайшнавы. Так, огонь опасен. Солнце, оно тоже опасно, особенно в летние месяцы. Оно может обжечь нас. И иногда случается, что люди, которые не знают, как защититься от лучей солнца, нет этого теплового удара, они погибают. И поэтому солнцем нужно быть очень осторожными. И брахманы. Брахманы, они очень могущественные, если чистые брахманы, значит, что у них есть вера к Вишну. Если брахманы не выражают почтение Вишну, то что за брахманы это такие? Имя брахманов откуда происходит? От брахмачари. Так, например, чари значит чарон. Брахме вичарити ити брахмачари. Брахман также. Брахмани рамате ити брахмана. И вот автоматически все значение, если мы, брахман значит то, что он должен иметь преданность бхакти лотосным стопам Кришны, это естественно. И таким образом, смотрите, он в Канчипурне говорил, как ты можешь так говорить, мы слышали, что брахманы, они Вайшнава, не гуру брахманов.
и и вот они великие вайшнавы. И как ты можешь говорить так о себе? Канчапурна был счастлив, слыша такую сиддханту, он благословил этого мальчика, чтобы он развил преданность, и так постепенно он получил вдохновение обрести бхакти и прочие знания. И когда их единственный сын вырос, они решили женить его. И, естественно, он вынужден был жениться, но не хотел, но вынужден был, что делать. Отец и мать попросили его, что нужно ему жениться, он вынужден был жениться. И вот на английском слово «marriage» похоже на «мираж». То есть такое супружество, но похоже на мираж. Но его жена попалась какой-то традиции кармаканды. Всегда было всем недовольно. И после этого он вынужден, точнее, он пошел к Ядавачарье, чтобы что-то изучить, что-то на тему Веданты. И вот когда он пошел в Канчипурам, куда-то туда, и вот он пошел изучать Веданту и также как-то служил ему. Я уже говорил, что без служения мы никогда не сможем обрести татвагьяну. По традиции гуру нужно следовать, если мы найдем, что какой-то гуру парампаре, какой-то саду развил какое-то глубокое обширное знание по милости Гурудева. И мы должны понять, что у них есть связь с ним. Вам не нужно спорить с кем-то. Может, кто-то действует как ачарья, но полностью лишен всякого знания. Я уже начал с этой шлоки, что Шруди Смрити, Пураны и прочее. Вот в этой шлоке Махарадж говорил, и вот он начал служить Ядавачарье как-то, он массировал стопы ему, массаж делал, еще что-то там делал. И однажды один ученик пришел спросить у Ядавачарья какой-то вопрос. И вот Лакшман Деша делал ему массаж, а Ядавачарья говорил, вот спросил этот вот вопрос, и был очень объяснить слово капьясан. И вот он объяснил, что when he got this kind of definition, he heard, he started crying, and the hot water fall and the tears rolling down on his cheeks and falling on the backside of Acharya. He was so well. И вот Рамана Жачарья, когда услышал это объяснение, этот гуру объяснял, что это значение этого слова, что лотосные стопы, лотосные глаза Господа, они похожи цветом на задницу обезьяны этого. Рамана Жачарья, слыша это, он заплакал. И эти слезы, они
начали падать на эту спину этого гуру. И он спросил, что случилось, он сказал, что такое бестолковое объяснение не может слушать, не может слышать. И вот он объяснил по-другому, что что лотосные глаза Господа не подобны цвету солнца, которое отражается от воды. By sunlight, expressing his full in full blossom, just like that. When you know sun rises and compivoti, that's why it is sun. You can come and ask in this way. And you are sure. И вот этот Рамануджачарья, он объяснил гораздо более великолепным образом это слово, пример, привел пример из Чандогья Упанишат. И в другой день, когда другую шлоку он объяснял из Тайтрии Упанишад, вот Сатьям Гьянам Анандам Брахма, вот эту шлоку, и в то время также он разрушил Сиддханту этого Ачарьи и установил Бхакти Сиддханту. И этот Ачарья подумал, что этот Рамануджачарья станет врагом нашей сампрадаи и разрушит всю Шанкар сампрадаю, и решил, что его убить надо, что другого варианта нету, что он станет вскоре вайшнавским Ачарьей и разоблачит их философию Шанкары. И вот решили они его убить, но не прямо как-то косвенно. И сказал, что мы хотим принять омовение на слиянии трех рек. Ганги, Ямуна и Сарасвати в Тривени Сангам в Аллахабаде. И вот мы хотим тебя с собой взять, хорошо, пойдем. И вот они собрались и начали идти в направлении к Аллахабаду. А от этого Махабудпури далеко достаточно. И вот они собрались и пошли, и один. Родственник Говинда был в этой группе. Он тоже учился у этого глупого учителя. И по пути, когда они проходили густой лес, этот Ачарья решил оставить его одного, ну, точнее, чтобы он шел один, и чтобы тигры там или львы его съели, чтобы они сами не убивали. А так случилось, что мы тут шли по лесу, он там отделился от нас, и тигры и львы его съели, и мы тут ни при чем. И тем временем Говинда, он услышал это и сказал тому Лакшману, что вот они решили тебя убить, что правда, да, поэтому ты давай уходи. Лакшман Деси, он убежал подобно сумасшедшему, в какое направление, не думал об этом, просто бежал куда-то, и по желанию Бхартраджа он так бежал, и вот он устал. И он думал, что же делать, куда, как же дойти до Канчипура. И тем временем он увидел
один охотник, жена с мужем, охотник со своей женой. И вот он спросил, куда идут, а они шли как раз по пути, куда ему надо, и когда солнце село, тьма наступила, они вынуждены были под деревом переночевать. Но жена этого охотника, она очень пить хотела, хотела воды попить, но этот Лакшман Даши сказал, хорошо, сейчас я принесу тебе воды. А охотник сказал, что сейчас не надо, вот как рассветет, тогда и пойдешь. И вот солнце зашло, это первая обязанность Лакшман Даши была, чтобы он обещал воды принести, поэтому пошел искать, где взять эту воду, а емкости для воды не было. Рамануджачари, он был очень здоров, он взял воду в свои руки, три пригоршнями так принес этой жене этого охотника. И на четвертый раз, когда он пошел, он нашел, что их нету. Они пропали. И в то же самое время Лакшман Даши обнаружил, что что-то, крики какие-то, люди кричат. И что за место? Он сказал, что это Канчапурам, как? Я был за тысячу миль от Канчапурама, Канчапура, и как случилось, что я тут пришел, появился здесь, он принес свои поклоны Бхартараджу и рассказал Канчапурне все. Канчапурна сказал, что это сам Лакшминараен. Они приняли форму этого охотника и его жены. И Лакшми Деви, она приняла служение от тебя. Ты настолько удачлив, что я не могу описать твоей удачи. И тем временем этот глупый ачарья, он узнал, что... Он спросил, где же Лакшман? И Говинда сказал, нет, нет его. Может, его там съели по дороге. И этот их учитель, гуру, обрадовался внутрь, в сердце своем, что видно, его съели, вот то, что надо. А внешне сделал вид, что очень опечалился, что этого Лакшмана съели звери по дороге. Но внутри он был очень доволен, что этот Лакшман пропал, эта проблема ушла из его жизни. И потом, когда они решили вернуться в этот Канчапурам, они увидели Лакшман Даши уже там. И он начал делать вид, что он плачет от радости в виде этого Лакшмана. А сам жалел, что он тут не помер. Такой лицемер был. И после этого он сказал, что тут учиться не закончили, давайте продолжайте. Он сделал вид, что будет ходить. И Шрила Прабхупада тоже дал нам такой пример, что внешне мы должны выражать почтение этим материальным людям. Иначе они будут беспокоить вас как-то в вашем баджане. А если мы будем выражать почтение, то они будут довольны и не будут никак нас беспокоить. И поэтому Шрила Прабхупад говорил, что нужно, и по своим примерам показывал, что нужно выражать почтение этим материалистам, но никак не общаться с ними, не привязываться, не думать о них. Это такой секрет, который поведал нам Шрила Прабхупада, чтобы безопасно совершать свой баджан. И таким образом
сейчас однажды царь Мадурая, у него была единственная дочь, ее этим привидение вселилось в нее, ей за 3 дня до ее свадьбы она стала бесноватой, и царь думал, если люди узнают, что моя дочь бесноватая, кто ж женится на ней. И вот он начал плакать, молиться, что же делать. И вот позвали Ядвачари, он был известным мантра Ачари, чтобы он как-то исцелил ее. Он знал много мантр. И сказал: смотри, что случилось с моей дочерью, помоги. И хорошо сейчас, что он сделает. И вот он пытался мантрами и водой изгнать этого беса, и этот призрак, он только гневался на него и не уходил. И он сказал, что ты в прошлой жизни был змеей. Гошапа. И как-то везде... И вот это же необычная змея. Так, как-то так называется. Махарадж видел своими глазами в 2000 году, в Чайтанья Матхе был, плыл на лодке на праздник своего Гурудева, и там видел какие-то такие змеи на крокодилов похожи. Гошап называется, не столь опасный, но все же. И вот это привидение сказало, что ты в прошлой жизни... Ты в какой форме был, знаешь, вот в форме вот этого змеи, похожей на крокодила, и у тебя была возможность съесть прасад, махапрасад какого-то чистого овощного, ты вот ходил там и тут и случайно облизал тарелку овощного, и вот так ты принял этот махапрасад, и благодаря этому родился в форме брахмана. И кто ты вообще такой? А вот если Лакшман Деши, твой ученик, он обрызгает меня водой, омывшей его стопы, то тогда я уйду с этого тела. И вот, ну, Лакшман Деши, что делать было? Лакшман Деши, надо было царю помочь как-то. Поэтому Лакшман Деши попросили воду омывшую его стопы и обрызгали эту девочку этой водой. И это привидение, оно с радостью оставило эту девочку. И вот этот ачарья был опозорен и думал, как бы отомстить этому Рамануджачарье. Но когда он... Oh, you here? We are crying, searching you whole world. Acting. This way, you must come, your courses. Ну вот, несмотря на то, что он был опечален, что тот не помер, но сделал вид, что очень рад его видеть. И после этого он попросил Канчипура, чтобы он дал ему посвящение. Это Канчапурам сказал Рамануджачари, что он с очень низкой касты и не можешь дать ему посвящение, но Рамануджачари сказал, что это не проблема, кого же принять. Но если ты не хочешь, кого же мне принять как гуру? И тот ответил: хорошо, я спрошу Бхаратараджа Бхагавана, и когда он ответит, я тебе отвечу. И вот он молился Бхаратараджу, что вот он, этот Лакшман Деши, он хочет получить дикшу от меня, а я думаю, что я недостоин, поэтому можешь ли ты сказать, от кого ему нужно получить дикшу? И Бхаратарадж, он сказал: Канчипуру. Он спросил, кто же, и вот он ответил: да, я спросил
его Господь ответил, что Махапурна, он твой гуру, и где же он? Он там где-то в Канчапурам был. И вот они пошли туда. Рамануджачарья сказал, что хочет получить посвящение у него. И тем временем Лакшман, он стал настолько могущественным, что имя и слова Лакшман Дешни подобны цветам. Аромату от цветов она распространилась повсюду, и Ямунаджачарья он узнал. Ямунаджачарья, он был Сидда Махатма, и он подумал, что он достойная личность, кто может быть в моей наставнической преемственности, как же привести его. И однажды он дал эту книгу с шлоками. И там какие-то стотры были описаны. И вот он дал эту книгу своему ученику и сказал, что он громко читал их во время того, как Рамануджачарья получает даршан Бхартараджи. И Рамануджачарья, услышав их, он был очень впечатлен и спросил, кто же ответил, написал эти шлоки. Рамануджачарья, великий преданный, я хочу получить его даршан, хорошо, пойдем со мной. И вот они пошли к Ямуначарье, но так случилось, что пока они шли, Ямуначарье, он оставил свое тело. Ямуначарье, он умер, и он начал, они начали сожалеть, что он умер, но они, и вот эта новость по пути их застала, и они решили, что нужно побыстрее идти, чтобы эти кармаканди, они не захватили всю ситуацию там. И вот когда они пришли, они увидели, что три пальца согнуты у Ямуджачарьи, и Рамануджачарья, он понял, что это значит, этот знак, это значит три неисполненных желания. Осталось первое, когда Ямуначарья, когда Лакшман Деши принял решение, что я могу собрать все свидетельства из различных шастр и могу организовать так, что обычные люди, они в дрове амнай, это, да, чтобы люди увидели эту связь с Верховным Господом, и один палец открылся, потом следующий, он сказал, что организует Бхашью Веданты, объяснение Веданты согласно желанию Верховного Господа Бхартараджа, и второй палец открылся, и третий, когда он принял решение, что я напишу Абидан, как наш Харидас Баба Гауди Вайшнава Абидан написал какой-то словарь. И вот он провозгласил, что я... А он сказал, что Парасара Риши написал так много Пуран и прочее, и я извлеку из этого суть и сделаю так, чтобы обычные люди могли следовать этому пути, и я составлю словарь Абидан. И третий палец открылся, все начали кричать Бхартараджский Джаго. И как это возможно, что этот мальчик такой мог сделать, и все поняли, что он необычный, он очень могуществен и станет великим Ачарьей. И желание Ямуначарьи в том, чтобы Лакшман Деши следовал его пути и стал великим Ачарьей Южной Индии и всего остального мира. И тогда Лакшман Деши, он взял обет все это исполнить, все эти неисполненные желания Ямуначарьи. И тогда один за одним он начал готовиться к этому, и тем временем
Махапурна, его Гурудев. И он жил в той же деревне. И в то время не было. Не было насосов, просто воду из колодцев ведрами набирали. Вот Махарадж во Вриндаване, когда жил, там насосов тоже особо не было, ведрами с колодцев поднимали воду. И после этого, смотрите, однажды жена этого Лакшмандеша, она воду набирала с этого колодца и наливала себе в емкость, и это Гурупатни, жена этого, его жена Гурудева Раманджачари, она тоже пошла. Но как-то случилось, что она как-то неаккуратно наливала, что какие-то капли попала с емкости этого жены Гуру на емкость жены Раманджачари. Эта жена Раманджачари настолько разгневалась, что ты там с низкой касты, как ты смеешь. Тут целая капля воды попала в мою емкость и осквернила все, и она начала так жестоко ругать, оскорблять эту жену Гурудева Раманджачари, и она ничего не ответила, но мужу все рассказала. Махапурне, Махапурна сказала, что делать, Лакшман, мы, мое сердце, и поэтому давай уйдем из этого места, чтобы прекратить, это еще раз может повториться, поэтому лучше мы уйдем с этого места. И вот он решил в этот день уйти из этого города, вот они запаковались и ушли прочь. Когда Лакшмандеша узнал об этом, что Гурудев ушел, и какова причина, никто не мог сказать. Я только вчера видел своего Гурудева, как возможно, что он ушел прочь. Но что случилось? И в итоге ему рассказали, что его жена так жестоко оскорбила жену его Гурудева. И поэтому он решил оставить свою жену навсегда в этот же момент. И вот он принял решение в этот день. Так или иначе, я оставлю свою жену. И однажды какой-то браман просил подаяние. И вот она, жена отругала, что ты ходишь тут, попрошайничаешь и не работаешь. И браман, он заплакал и пошел дальше. Раманджачари увидел его, спросил, что случилось, почему ты тут плачешь. Он сказал, я в тот дом зашел, а меня тут отругала жена. Что ты говоришь, ничего не дала мне, просто отругала. Читала и погнала, а он сказал, о, подожди, сейчас я тебе скажу, что делать, пойдем. Ты должен опять туда пойти, нет, не пойду, нет, должен пойти, слушай, она идти накормит, и напоит, и спать ложит, и все сделает, но смотри, что надо сказать. Ты должен, вот, дать ей приглашение на свадьбу, что твой брат, что организует какую-то свадьбу, и тебе надо с порошком куркумы, чтобы порошком куркумы намазаться и пойти на эту свадьбу. Это благоприятно. А.
А, точнее, вот, еще подписано было отпечатком пальца в Кургуме. И вот этот Брахман пришел и сказал, что она опять начала орать на него. Он сказал, что подожди, я тут с дома твоего брата, ты меня тут отругала, я тут не успел тебе письмо дать. И вот она очень обрадовалась, накормила его досыта. Потом пранами ему дала. Вот Брахман, в общем, она сказала, что прямо сейчас пойдет на свадьбу своего брата. Рама Джачари пришел домой, спросил, что случилось. И вот Рама Джачари пришел, спросил, что случилось, и он сказал, она сказала, что тут брат ее женится, поэтому надо пойти. Рама Джачари сказал, что нужно тебе одеться получше, все украшения одеть, чтобы о тебе там не подумали ничего плохого. И вот она собралась и ушла. И Рама Джачари пошел в храм и принял саньясу. И он сказал, что «Господь, я твой полностью без остатка». И вот он принял решение принять саньясу на берегу Ананта Саравара. И там, памятуя Ямуначарию, он от Партарита Ямуначарии, он принял Триданда саньясу. И Шрила Прабхупада сделал так же. Никто не знает, многие критикуют, какие-то глупые люди. Они не знают сердца махаджан, великих ачарий. И после этого он принял саньясу на берегу Ананта Саравара. Он решил оставить свою миссию. Начать свою миссию для освобождения обусловленных душ. И вот после принятия саньясы много людей приходили и получали дикшу от него. Его имя по желанию Бхаратраджа стало Рамануджачари. Лакшман и Рамануджачари, они не отличны. Лакшман, Рам Ануджа, значит Рамануджа, старший, младший брат Рамы, Рамануджа, то есть имя одинаковое, что Лакшман, что Рамануджа. И вот он начал давать посвящение желающим вести прекрасную жизнь в преданности, как Говинда там был Куреш. И все пришли, не только это, и также мать Ядавачарья. Ядавачарья, он был Майвада. Ядавачарья, он был Майвади. Глупцом был, но его мать, она была хорошей преданной. Мать сказала: «О, мой сын, ты великую ошибку совершил, оскорбление в адрес Лакшмандеши. Ты должен пойти и принять посвящение у него». «А что ты говоришь?» «Да». «Ты совершил великую ошибку, если ты не искупишь ее, то ты умрешь, поэтому иди искупи эту вину». И по желанию Бхаратраджа тем временем он тоже начал думать, что что-то неправильно делает. Не только мать на него давила, но сам тоже что-то думал. И вот этот Ядавачарья начал думать, что, может, что-то и делает тут не так.
И что плохого, я могу пойти попросить прощения. И вот я Двачарья пришел и принял прибежище у лотосных стоп. Рамануджачарья благословил его и дал дикшу, и после этого дал саньясу также. И вот он дал посвящение Куреши и прочим. И тем временем он узнал от Шайлапурны и Канчипурны, и также от Гурудева Махапурны. Они все мои братья в Боге, но мой сын, будьте осторожен, есть Гоштипурна. Он знает всю мистерию мантра. Ему Начарья дал это сокровище ему, что да, я должен пойти и узнать у него. Ему Начарья, он все сокровенные значения мантра ему передал. Если ты хочешь узнать мистерию той или иной мантры данной, ты должен пойти и узнать от него. Я даю тебе позволение. И вот он пошел и встретился с ним. Сказал, чтобы он поведал ему мистерию мантр, поскольку без этого, как он может совершать свой баджан, как может исполнить желание Ямуна Ачари, но он поставил ему одно условие. Ты не можешь значение этих мантр рассказывать никому. Я оставлю такое условие. Хорошо. И вот они сели в каком-то уединенном месте, он начал рассказывать сокровенное значение мантр и всю их мистерию. И значение всех мантр, я сказал, чтобы он никому не говорил об этом. Это мой приказ, мое указание. Вот Рамануджачарья вернулся, и 74 ученикам он объяснил сразу громко значение всех этих мантр, и таким образом проигнорировав указание Гоштипурны. И Гоштипурна, когда узнал, что ты нарушил свой обет, ты отправишься в ад, будь осторожен. Перед тем, как давать эти мантры, я дал тебе, взял с тебя слово, что ты никому их не рассказывал, и ты вот попадешь в ад из-за того, что нарушил свое слово. Рамануджачарья со сложными ладонями сказал: «О, Гурудев, бесчисленные души, они страдают. И если они получат какое-то благо, если я помогу им и ради этого отправлюсь в ад, что все плохого в этом». И Гоштипурна подумал: «О, какое великое сердце у него». И все обычные люди, они страдают, и ради помощи им он может что-то сделать, то готов в ад пойти. И не видит причин для беспокойства в этом. И вот если люди повторяют эти мантры, они достигнут более высшего места, как обретут какое-то благо, то Гоштипурна подумал, что он не какой-то лицемерный эгоист, он великий вайшнав, и вот он подумал, что его простить нужно бы, и простил. И потом, по милости Гоштипурны, Махапурны, Шайлапурны, Канчипурны, Рамануджачарья решил, что сейчас начал свою миссию в исполнении желаний своего Гурудева. Он решил исполнить желание своего Гурудева. И вот наша жизнь, она не вечная, мы должны начать Гурусеву прямо сейчас, не откладывая. И вот он начал это делать, и вот он пошел в какой-то Нарисимха Ашрам, где-то в Кашмире.
И оттуда он и вот там он узнал, что там некая Бодхаян-бхашья, Бодхаян-джи написано в его парампаре, и вот он подумал, что если я эту бхашью возьму для изучения, что свою Шри-бхашью, это поможет написать ему. Вот это где-то в Сарадашраме было, это была Шрамаяваде. Там шанкарачаристы были, они контролировали этот ашрам, и в той парампаре были. И вот они пошли и сказали, что Бодхаян-бхашья у вас есть, пожалуйста, дайте нам для изучения. Нет, ничего нету, кто вам вообще такого рассказал? Ничего у нас нету, что правда. И вот он начал молиться на Нарисимхадеву: «О Господь, я хотел совершить эту севу, но вот ты не помогаешь мне». Нарисимхадев засмеялся, взял эту Бодхаян-бхашью из шкафа, что невозможно для Верховного Господа, и передал этому Рамануджачарье и сказал, что давайте переходи быстренько. И вот они ушли быстро с того места, и вот через месяц эти Майявади обнаружили, что нету этой Бодхаян-бхашьи, и они решили, что Рамануджачарья наверняка украл. И вот они организовали каких-то наемников, чтобы где-то 10 или 12, что пошли, поймали, и иначе, если это Бодхаян-бхашья потеряется, вся наша Майявада парампара, она разрушится. И вот они день и ночь бежали, и через месяц они настигли этих Рамануджачарью. Рамануджачарья был очень могуществен, мог бы их убить, но не сделал этого, такую лилу не являл. И вот они забрали эту силу, эту Бодхаян-бхашью у него и ушли во своясе. Рамануджачарья, он взмолился Господу, что была возможность у меня, но потерял ее. Что же делать? И Куре сказал: «О, Гурудев, не беспокойся. Почему? Вы эту бхашью потеряли, ну, пускай потеряли, но я ее прочел и запомнил наизусть. А когда вы спали, я ее читал и запомнил все наизусть. Могу написать за 5 дней». И вот он начал писать эту Бодхаян-бхашью полностью, с точностью за каждой запятой, он все это написал заново. Рамануджачарья был очень счастлив, благословил своего ученика, видя какая могущественная память благодаря Гуру Вайшнава Севе у него образовалась. Что такое сева, кто знает? Если мы сможем исполнить желание Шрилы Прабхупады или Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа или Шрилы Шридхара Махараджа или Кешава Госвами Махараджа, почему могущество не придет к нам, если у нас есть искреннее желание внутри нашего сердца? Разве есть какой-то недостаток силы в них? Нет, они даруют силу мне, но проблема в том, что мы неискренне или лицемерны. И вот Куриш, он помог Рамануджачарье, и Рамануджачарья сказал: «Сейчас я это прочту и произнесу Шри Бхашью, а ты будешь моим писарем». Как Вьясадев, когда говорил Бхагаватам, то Ганеш записывал. Vyasa Gosvami speaking,
не возвеси, Дев сказал, что ты должен не просто писать, еще и понимать то, что пишешь. И Ганеш сказал, что ну еще я тебе условия поставлю, если ты перестанешь говорить, я писать перестану. Ясадев сказал, хорошо, если ты пишешь, что еще и понимать должен то, что пишешь. И вот Ясадев говорил и между... И он говорил какие-то запутанные шлоки, что этот Ганеш, он долго думал, как понять, и тем временем у него было время дополнительное, и в Махабхарате тоже какие-то кут шлоки такие, которые сложно понять их значение, как их понять. И вот Рамануджачарья принял Куреша в качестве писаря. И вот они написал Шрибаши, так одно за одной они закончили все части. Этим временем Кримикантха, царь юга, он Шайва был, его Иштадев поклоняемый Господь был Шива. Когда он услышал о славе и о имени Рамануджачарьи, он услышал, что слава Рамануджачарьи возрастает, он решил убить этого Рамануджачарью. И вот они пошли, чтобы поймать Рамануджачарью и привести его к царю, и организовали спор логически. И вот они начали спорить. То, что они решили переспорить, что Шива превыше всего. Но Куреш сказал, что Гурудев, вам не надо идти, давайте я за вас пойду. Что ты можешь пойти, да, я могу. И вот он оделся в одежду своего Гурудева и пошел спорить, что кто ты такой, я Рамануджачарья, да, иди к Кримиканта, наш царь позвал тебя. И вот они поймали этого Куреша и привели на собрание, там было множество шайва-пандитов, и вот они начали спорить. Куреш отвечал прекрасно, с уважением на все их вопросы, они приводили различные аргументы. Куреш, он разграмливал их аргументы и утверждал такую сиддханту, что Вишну превыше всего. И вот они разгневались, сказали, что ты должен принять нашу сампрадаю, должен принять мантру от нашего гуру. И он сказал, как я могу принять, поскольку Вишну, он превыше всего, я уже решил, нет, мы не хотим слушать ничего. И вот они поймали и привели. И когда он не был готов принять их суждение, они решили выколоть ему глаза и выкололи. И вот он истекал кровь и звал Гурудева, и в таком слепом состоянии они выкинули его на улицу. И после этого Рамануджачарья думал, он не думал, что он какой-то обычный. И Куреш, ученик, пришел к своему Гурудеву Рамануджачарье, он увидел, что с ним случилось. Рамануджачарья взмолился Бхаратараджу, ради тебя, он лишился своих глаз, и, о Господь, ты должен давать ему новые глаза. И у Куреша опять появились не просто глаза, а дивья чакшу, духовное видение, лучшие глаза, с помощью которых он мог видеть настоящее, прошлое, будущее. И таким образом Рамануджачарья, он
всю эту Майваду разоблачил Парапака Гири Варджа. Я думаю, это тоже им написано, это большая книга. Если Майвади будут читать ее, то всю, вся эта Майвада, она разоблачится. И их голова, она склонится перед этой книгой. Название этой книги значит буквально «Молния для Майвады». Парапака Гири Варджа. Сейчас это редкая книга, к сожалению. Она очень прекрасна. И после этого, смотрите, он начал свою миссию. И Рамануджачарья, у него было много учеников. Все великие люди приходили, чтобы получить дикшу от великого Рамануджачарья один за одним. И Рамануджачарья, он давал им различные виды служения. Так много случаев, я не могу закончить. И это обширная тема Рамануджачарьи, но времени мало. И один из его учеников, Бхаратрадж, он очень беден был. У него была прекрасная жена, но не было ни одной одежды без дыр. Что делать? И вот однажды Рамануджачарья вместе со своими учениками пришел в его дом, чтобы благословить его и принять какое-то служение, но жена не могла выйти, поскольку мужа не было, поскольку у нее была, точнее, была одна одежда, и то она с дырами была, и то сушилась в это время. И вот жена схлопала, а и Рамануджачарья поняла, они какой-то одежду ей передали, и она начала плакать, что Гурудев, мы тут не могла выйти, потому что одежды не было, а точнее одна одежда, и то висит на улице, сохнет. Вот, она сказала, что сейчас отдохните, мы сейчас все организуем для вас. И вот она пошла с какому-то торговцу, и принесла от него рис, зерно, мги и прочее. И вот этот бизнесмен был очень такой вожделение забыл такой. И вот он сказал, что у вас денег нет, давай приходи ко мне ночью и рассчитаемся. И вот эта жена этого ученика Рамануджачарьи согласилась, он все ей дал, что нужно. И вот его, когда же муж пришел, этот ученик Рамануджачарьи, чья жена так сделала, он был очень доволен, сказал, что ты настоящая моя жена, что ты обрела такую милость Гурудева. И вот они накормили их, и Рамануджачарья принял прасад и остатки со своей тарелки. И с его тарелки его там отдельно отложили, и жена с огромной верой приняла остатки пищи своего Гурудева. Как вот в случае с Махапрабху. И вот что случилось дальше. Эта жена ночью пошла к этому торговцу, что и сказала, что я обещала тебе прийти, вот я пришла, но мой Гурудев был доволен тем, что я сделала. Но сначала вот прасад прими. И он сказал, хорошо, давай поедим сначала. И вот он взял этот махапрасад, и как только он принял этот прасад, его ума настроение сразу изменилось. И какова слава махапрасада, смотрите. И он припал к лотосным стопам и начал просить прощения. «Прости меня, мне ничего не нужно от тебя». Его настроение изменилось по желанию Рамануджачарьи, она вернулась назад,
И это слава Гурудева, это зовется Гуру. И Рамануджачарья, он даровал милость различным людям. Еще один прекрасный случай есть. Один из его учеников, Данурдас, его звали. Он очень богатый был, много было у него украшений и прочего. А его жена очень красива была, и все время этот Данурдас, он смотрел на жену, любовался ей. Даже когда куда-то шел с зонтиком, он, жена, ну, даже ходя под зонтиком, он любовался своей женой. И вот начали жаловаться, что этот Данурдас такой, ну, влюбленный чересчур в свою жену, что даже лицо свое на публике не показывает без жены. И вот он сказал: «Хорошо, разберусь, позовите его». Вот Данурдас, что случилось, что он сказал, что не может иметь огромную любовь к своей жене, она настолько прекрасна и не может глаз от нее отвести. Что делать? Хорошо, пойдем со мной в храм Бхарадраджа, когда, ну вот с утра. Вот только ты один приходи. И вот перед Бхарадраджем он взял этого человека. Рамануджачарья поклонился ему и сказал: «И, о Бхарадрадж, о Господь, ты настолько прекрасен, настолько... Почему этот глупец, он не привлекается твоей красотой, привлекается красотой своей жены? Это твоя ответственность, покажи ему свое очарование, свою красоту, чтобы он избавился от влияния Майя». И тогда по просьбе Рамануджачарьи Бхарадрадж явил свою форму, и этот его ученик, он был очарован, он был ошарашен, он был впечатлен такой божественной красотой Бхарадраджа. И тогда с тех пор он забыл о красоте своей жены. Он начал поклоняться Бхарадраджу всем своим сердцем. «О Господь, с сегодняшнего дня я буду Твоим преданным Твоих лотосных стоп». Так много случаев, обширная тема, времени мало. И вот сейчас, таким образом, Рамануджачарья, он проповедовал так широко, и Майявада практически закончилась, но сейчас Майявада опять набирает силу, и Шрила Прабхупада говорил, нам нужно с новой силой проповедовать против Майявады. Но многие люди сейчас, к сожалению, хотят ехать на Запад, в Индии никто не проповедует особо, и вот они не заинтересованы в этом. И вот таким образом, сегодня я хочу сказать главную сиддханту Рамануджачарьи кратко. И завтра, если время позволит, я продолжу более обширно. И вот Рамануджачарьи, он главное, три главных вещи. Рамануджачарьи говорит то, что с полной самбандхагьяной мы должны поклоняться и медитировать на Верховного Господа. Самбандхагьяна. Когда мы разовьем нашу связь с Верховным Господом, поскольку без этого мы не можем начать орхидею, и наивысшая пайоджана — это лотосные стопы Нараяны. Естественно, я вчера говорил об этом. Когда Иштадев Нараян, то мы поклоняемся Нараяне, естественно. Но это не значит, что Рамануджачарья не знал, что Кришна наивысший. Если мы скажем так, это неправильно. Рамануджачарья, он знает все. Такова сиддханта. Но так или иначе, все хотят утвердить наивысшее положение своего поклоняемого Господа, как Туласи.
Дас Рамачандра и Джива Госвами потом говорит, что Кришна — все и вся в этой шлоке. Говинда, он превыше всего, но вчера я также вынужден был сказать так, что Рамачандра может быть очень умен. Он явился в этом мире по желанию Верховного Господа, и особая задача у него на свою жизнь, особая миссия, и он проповедовал до определенного уровня, а то, что дальше, это уже не его дело. Какой-то великий, другой великий Махаджан явится и продолжит его дело. И мы не можем сказать, что Рамачандра ничего не знал о том, что Кришна, он все и вся. Это мы можем узнать, когда Кришна, Брахма говорит с Кришной, и Кришна говорит: «Твой отец Нараян, ты родился от Нараяны». И Брахма говорит, что: «Господь, ты изначальный Нараяна». И поэтому не пытайтесь, одурачить меня, ты изначально Нараяна. И если с этой точки зрения смотреть, то Рамачандра тоже мог думать, что Кришна, он изначальный Нараяна, но те, кто следует ему, чтобы установить какой-то стандарт, да, и он видел, что те люди могут быть незрелы, чтобы они не зрелы, чтобы понять что-то больше. Они думают, что Мадхавачарья, он не знает Шудасиданту и Гопи Прему, но что это значит? Это не значит, что ачарьи, они глупы. И так мы должны понять. Я уже говорил, что Висишта Адвайта Вада — это и вот Ясуда. Шуда Адвайта Вада — это Мадхавачарья. Вот Махарадж перечисляет, какие ачарьи, какую философию проповедовали, и Нимбарка Ачарья — это Двайта Адвайта Вада. И также есть разделение Бхаскарачарья Упадхи, Веда Вада. Но мы, Гауди, мы утверждаем наивысшую Сиддханту Ачинтья Беда Беда Татва с различных сампрадай. Махапрабху собрал четыре различных особенности, как, например, от Мадхавачарьи огромная любовь к Сачитананда Виграхи, и это коренная причина Гауди Сампрадая, и Махапрабху принял это учение, эту идею с Мадхава Сампрадая. Там от Рамачандра Шакти Сиддханту, от Вишну Свами Шуда Адвайту и от Нимбарки Ачарьи Двайта Адвайту Нитья Веду. Эти четыре различные сиддханты, они собраны Махапрабху, и это все показывает, что различные эти сиддханты, они не полны. Все четыре различных ачарьи, они дали эти четыре различных сиддханты, но они не полны сами по себе. И Махапрабху, благодаря своей собственной силе, он собрал это все с различных сампрадай и привел в гармонию, и создал Ачинтья Беда Беда Татву. И наша Татва Ачарья Баладев Видибушан Джива Госвами, все они утвердили эту уникальную Татву. И Махарадж завтра будет говорить о особенностях этих четырех ачарьи и о Ачинтья Беда Беда Татве Татве.